Hello, всем привет, с вами снова Квас, и сегодня мы вместе с вами продолжим смотреть на официальный Minecraft Reddit, потому что уже прошел ровно месяц с тех пор, как мы посмотрели на этот Reddit в прошлый раз, и сегодня я отсортировал топовые посты за последний месяц, поэтому мы посмотрим, что же постит сообщество Майнкрафта в этом Reddit, какие самые топовые посты были за последний месяц. Я очень надеюсь, что вам понравится сегодняшний видос, я обожаю смотреть на Reddit, и вроде как вам тоже нравится, поэтому, ребят, давайте наберем 5123 лайка, тогда... ваш стол проживет 100 лет. Ну и, конечно же, перед началом рандомный комментос у нас залетает от Озончика, который нам пишет: «Обожаю канал Кваса». Да, Квас — это класс. Что ж, приступаем. Усаживайтесь поудобнее, потому что сегодня у нас будет довольно-таки длинный выпуск, и давайте посмотрим на самый первый и топовый пост, который называется «Растворяю статую из блока камня». И, ребят, мы уже успели немножко подсмотреть, что здесь происходит, потому что я ставил это видео проигрываться в начале нашего выпуска, но... Йоу, у меня один вопрос. Как? И второй вопрос. Почему так красиво? Вы просто посмотрите на это. Опять же, наверное, использованы какие-то командные блоки, математические уравнения. Я не понимаю, но вы можете видеть то, что постепенно у нас начинает проявляться статуя из гигантского блока камня. То есть тут автора можно считать настоящим скульптором, потому что... офигеть. Ну вы просто посмотрите, настоящая офигенная статуя чувака, который задумался, и она вся появляется из блока камня. Опять же, очень красивым способом, потому что весь этот камень постепенно спадает вниз, и мы получаем вот такую статую. Мне кажется, это реально заслуживает первого места в топе. 85 тысяч лайков я тоже один поставлю, и куча-куча наград. Я думаю, это заслуженно, друзья, ну это просто офигенно. Какие же талантливые люди! Я в каждом выпуске про Reddit говорю, какие же талантливые люди в сообществе Майнкрафта. Но, да ладно, идем дальше. У нас второй пост, самый топовый пост за последний месяц. Давайте звук включим, что у нас здесь происходит. Я сделал стену из меда, которая собирает все дропы из моей фермы. Что, простите, как это работает? Покажите мне, пожалуйста, и... о май гад, это выглядит офигенно, как будто бы это какой-то вертикальный конвейер, который... который собирает ваши вещи, но я так понимаю, вещи собираются каким-то образом через воронку, отправляются как-то по воде сверху, потом они спускаются по медовой стене. Хотя погодите, как он именно собирает все эти вещи? То есть, окей, он убивает скелетов. Каким образом все эти вещи поднимаются наверх? С помощью воды? Я не знаю, но выглядит это реально очень красиво и очень декоративно, но плюс, наверное, и полезно. Ну и просто можно наблюдать за вещами, которые у вас сползают со стены. Это довольно-таки круто. Лайкос влепляю, конечно же. Погнали дальше. Что у нас здесь? Опять же, видос. Давайте прочитаем. Итак, я понял, как можно получить бесконечные музыкальные диски из одной стрелы скелета. Стоп, чего? Ты чё такое несёшь? Погодите. Там же криперы. Точно. Если скелет убивает крипера стрелой, там же... как это работало? То есть... погодите, а, я совсем забыл. То есть, если скелет убивает крипера стрелой, то выпадает диск, есть шанс? Или же, если скелет попадает зажженной стрелой в TNT и поджигает TNT, и этим TNT убивает крипера, то вы получаете... ох ты, нифига себе, вот это... вот это супер мозг, друзья. Я честно до конца не помню, как это... напишите мне в комментариях. Там вроде бы скелет, по идее... ну, то, что здесь произошло, это скелет попал зажженной стрелой в TNT и убил кучу криперов, и чувак получил просто все возможные диски. То есть это реально так работает. То есть только здесь он придумал интересную, так сказать, схему, чтобы получить сразу дофига и... окей, хорошо. Опять же супер мозг, друзья. Ой, посмотри, сколько наград. 655 плюс вот эти 186. Жесть, друзья, жесть, жесть. Идем дальше. Что у нас здесь происходит? Звук очень громкий. Давайте почитаем. Майнкрафт, но ад распространяется в обычный мир. А мы такое уже видели. Мы видели это с помощью модов делается и так далее. Мы смотрели на такие моды. Что за музяка? О нет, музяка копирайт. Воу-воу-воу, это воу-воу-воу, это слишком быстро, друзья. На те моды, которые мы смотрели в свое время, они были, ну, как-то помедленнее, но... нифига себе, слушайте, реально красиво выглядит. Посмотрите, как деревня превращается в адскую деревню. Все превращается в адский камень. И довольно-таки прикольно. Опять же, вода автоматически трансформируется в лаву. Все деревья превращаются в адские деревни. Погоди, погодите, ад... а, только туда, куда он летит. Смотри, обратите внимание, то, что ад распространяется только на то место, куда он перемещается. Ну и он также продолжает распространяться дальше, вдаль, и, блин, выглядит прикольно, интересно, это сильно нагружает компьютер, потому что, мне кажется, мой компьютер бы просто взорвался. Но это выглядит очень прикольно, очень удовлетворительно, можно бесконечно на это смотреть. И, ну, в принципе, да, лайкос влеплю, это у нас третий или какой уже, четвертый. Я не буду считать, как это у нас пост так сказать, по рейтингу, по топу, просто идем дальше. Следующий пост, это у нас фрукт Коруса, это обман. В смысле? Окей, давайте посмотрим. Так, он телепортировался, съел фрукт Коруса, все хорошо. Ничего страшного, ничего такого, и...
Окей. Но это не обман, это тебе вот такая вот удача подвернулась, чувак, да? Подлетел к твоему любимому другу зеленому, поэтому, ну ладно, окей, это было прикольно. 65 тысяч лайков. Ладно, идем дальше. Что у нас здесь? Я самый первый человек, которого я знаю, который посетил 128 крепостей в моем мире. Чего? В смысле 128 крепостей? А где этому подтверждение? Номер 128. Погодите, что это означает, если на компасе номер 128? Ребят, вот тут мне нужна ваша помощь. Тут я запутался. Я запутался, друзья. Что здесь происходит? То есть, окей, допустим, он посетил 128 крепостей. Это жестко. Это слишком много. Но каким образом это вот можно понять по компасам? Типа... Ребят, ну, не знаю, помогите мне, я лайк поставлю, я поставлю лайк, но я ничего не понял, поэтому идем дальше. Что у нас? Что у нас здесь? Пауза. Профессиональный способ прыгать, я так понимаю, на слаймах, часть вторая. Так, опять же, у нас используется трезубец, я так понимаю, с зачарованием на рептайд, то есть, вау, что за интересная постройка, это такая офигенная пирамида. Так, окей, как он это делает? Он использует рептайд зачарование на трезубце, чтобы... А, потому что дождь идет. Дождь идет, таким образом он себя ускоряет прямо в слаймовые блоки и продолжает подпрыгивать все выше и выше. Йоу, это выглядит круто, я обожаю высокие прыжки в Майнкрафте, я обожаю суперскорость в Майнкрафте, я обожаю высокие прыжки. И чё, стоп, на следующую платформу? О май гад, это выглядит очень красиво, плюс декорации с этой пирамиды идеально подходят для такого видоса. Это лайк, а чё за, может быть тут звук есть? Ну, звук есть, да. Окей, молодец, круто. Это же лайк, это же просто лайк, мне нравится, прикольная вещь, я бы попрыгал, друзья, ребят, сделайте мне какую-нибудь карту от подписчиков, от вас, друзья, где я бы смог как-то так супер прыгать с помощью супер прыжков и так далее. Идем дальше, что у нас здесь, у нас какая-то музяка, Create 0.3 уже вышел, что такое Create 0.3, это какой-то мод? А погодите, мне кажется, я это видел или не видел? Что это такое, это какой-то индустриальный мод? Или как это? Что это? Где это? Почему это? Выглядит офигеть как круто и выглядит очень запутанно. Блин, вы просто посмотрите на все эти механизмы, на все эти машины, что тут зелье. Посмотрите на эту роборуку, которая там что-то двигает, что-то собирает, что-то... О май гад! Офигеть, шестеренки крутятся. А это кто? Криперы работают на тебя. Офигеть. О май гад, посмотрите на эти конвейеры. Вот это уже другое дело. Это вам не стена из меда, которая там потихоньку спускает ваши предметы. Это уже что-то новое. Мне кажется, это можно считать отдельно Майнкрафта колесо обозрения, друзья. Вау! Офигеть. Слушайте, я потом обязательно проверю, это мод или что это. Написано то, что это уже вышло. Лайк сразу же поставим, но, блин, посмотрите на это. Опять же, конвейеры, все какие-то машины, механизмы, все что-то производится, что-то делается. Что здесь происходит? Вода затопила дом? В этом в чем здесь-то прикол? О май гад! Я хочу такой паркур! Вы это видели? Ребят, я сошел с ума. Офигеть! У меня нет слов, это же офигенно. Я думаю, ну, это просто мод, типа, на индустриализацию вашего мира, но тут даже... Даже целый новый вид паркура есть, целые какие-то... Ребят, я не знаю, что сказать, это слишком круто. Это слишком круто, я, пожалуй, это оставлю у себя в заметках, обязательно потом проверю, что это такое. Возможно, когда-нибудь я выпущу обзор на что-нибудь такое, но это выглядит очень круто. Ладно, идем дальше. О, не-не-не-не-не-не-не. Ну да, окей, мы видели, похоже, пауков в различных модах, мы видели пауков даже страшнее, чем этот, но... Ну да, друзья, опять же, просто скриншот паукана и 54 тысячи лайков. Замечательно, идем дальше. Итак, следующий пост, это у нас что-то типа комикса, какого-то арта, давайте посмотрим. От старого доброго друга Хоп. Хобсона, не меня. Что такое Хобсон? Без понятия. Давайте посмотрим. А как же грустно здесь... как же не грустно, а одиноко здесь, в этом измерении. Но иногда все, что тебе нужно, это друг. Он делает снеговика. Поставил тыкву. И получил снежком от снеговика. Блин, прикольный комикс, довольно-таки милый. Это прикольно, это лайк. То есть, опять же, видите то, что в этом Reddit постят все подряд. Арты, механизмы, какие-то новые моды, приколы, командные блоки, все подряд. И именно поэтому я обожаю это. О май гад, погодите, это реальный компьютер? Это что? Или что это такое? Погодите, нет, это не компьютер. Это My Custom or Block Raspberry Pi Server Case. О май гад, это серверная машина? Че, серьезно? Офигеть, еще и с подсветкой, то есть можно менять, так сказать, какая руда у нас здесь будет, то есть таким образом это алмазная, это у нас красный редстоун, я так понимаю. Нифига себе, нормальный сервер чувак себе построил, блин, это лайк, опять же, из чего он сделан, интересно, то есть, наверное, 3D принтер опять же какой-то распечатал все эти стены этого блока, это...
Офигенно, друзья. Идем дальше. Что у нас здесь? Опять же, видосик. Я сделал что-то нелегальное. О-оу. О-оу. Стоит ли нам это смотреть? Ну, давайте посмотрим. О, нет, музяка копирайт. Так, что у нас здесь? Portal Hub. Что здесь происходит? Так, он выращивает жителей с помощью чего? Костной муки? О май гад. Окей, а, он сломал портал киркой. Так, он стрельнул стрелой в дерево, оно просто упало. Дельфины падают и в виде дождя. Что здесь происходит, друзья? Это реально нелегальное видео. Крафт в 3D? Вот это прикольная идея. Блин, я понял, в чем прикол. Это просто такой видосик с приколами, можно сказать. Он... Вы видели, это был мини-визор, которого он просто прищучил наковальней. Неплохо, 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 блин, прикольный видос. Было бы круто посмотреть его с музякой, но, к сожалению, что... Погодите, это лошадь наоборот? Окей. Окей, да, но так как музяка копирайт, к сожалению, поэтому не можем. Блин, это было прикольно, это было фаново. Опять же, дофига наград, дофига лайков, замечательно. Ну, заслуживаю прикольный видос. И идем дальше. Что у нас здесь? Делаю портал в ад... без железа. Чего? Давайте посмотрим. В смысле, без железа. Делал портал в ад без железа. А для чего вообще железо для портала? Я не понял. Для чего железо для портала в ад, если там его делать можно без железа? Или погодите, железо для зажигалки? Я не понял. Что происходит вообще здесь? Что здесь происходит? Так. Так. Я все еще не понимаю, друзья, что здесь происходит, но походу что-то он очень умное делает. Окей, он построил портал с помощью каких-то манипуляций древесины и лавы и так далее. Но при чем здесь железо? Я не понял вот немного этого. Так, окей. Стоп, что? Стоп, как? Каким образом портал зажегся? Вы видели? Погодите. Каким образом он зажег портал? Он просто стоял на месте. Каким образом это произошло? Я не понял. Или я понял, портал же зажигается из-за того, что огонь появляется в портале. Не обязательно иметь зажигалку. Он каким-то образом заставил либо гореть блок под собой, это был как раз-таки один из блоков... Вы понимаете, что я хочу сказать? Я прав или не прав? Ребят, помогите мне, я не понимаю, что... Это было слишком умно для моего мозга, но окей, ладно, идем дальше. Вау, красивая постройка. Я собрал почти каждого моба из игры в чистом сурвайвале и потом всех их, так сказать, сохранил в одном месте, в одной локейшн. Это музей, который я создавал последний год. Чего? Это музей мобов? Ну-ка, покажи, потому что здание уже выглядит очень круто. Давайте посмотрим. Похоже на какую-то, знаете... Я даже не знаю, какой-то вокзал такой, знаете, старый или еще на что-то. Реально похоже на вокзал. Так, что мы делаем? Мы летим вокруг этого вокзала. Я понял, что он очень красивый, ты молодец, но... Блин, не-не-не, видос 5 минут длится. 5 минут, давайте немножко промотаем вперед, потому что... Ага, ну... А, ну он реально, да, он реально сделал музей каждого моба в игре. Что-то у нас был крипер, я не успел прочитать. Еще кто-то? Окей. Окей, нет, это реально круто, но 5 минут целых мы, наверное, на это смотреть не будем. Кстати, у видоса есть звук, но одновременно нету звука. Ох ты, слушайте, реально похоже на, скелетон. Скелетон динозавра, и, смотрите, тут флаги развесил. Блин, прикольно, он подвесил Гаста, посмотрите, Гаста висит, дрыгает ногами своими. Это прикольно, это лайк, этот чувак реально постарался. Ну, 5 минут слишком много, но идем дальше. Что это здесь происходит? Это самый медленный способ... которым вы можете передвигаться в Майнкрафте без сундуков. А зачем мне самый медленный способ передвижения в Майнкрафте? Мне такое не надо. Окей. Он выпил зелье замедления, он стоит на песке душ, он идет через паутину, он одновременно ест. Окей, это, конечно, очень круто, что ты нашел самый медленный способ передвигаться в Майнкрафте, но... Какое есть у этого применение? Можете мне рассказать, пожалуйста, потому что я не очень-то хочу. Вы знаете, я наоборот обожаю суперскорость в Майнкрафте. Я обожаю просто максимальную скорость, чтобы передвигаться как флэш, но... Вау, ну молодец. Продолжай в том же духе, чувак. Когда-нибудь ты проберешься через всю эту паутину, через пару лет, и тогда мы с тобой увидимся. Ладно, лайк, чувак, все равно я поставлю тебе лайк. Что у нас здесь? Скриншот, даже не скриншот, фотография монитора. Я купил Майнкрафт 5 дней назад, и это моя самая первая постройка, все еще в процессе. Что вы думаете? О, поздравляю, чувак, с покупкой Майнкрафта 5 дней назад, и посмотрите, уже построил дом лучше, чем
я умею за мои 10 лет записи видосов по Майнкрафту. Ребят, я ужасный строитель, но зато я хорошо обозреваю датапаки, моды и играю в карты от подписчиков. Вот это у меня хорошо получается, но да, строить у меня не очень круто получается, поэтому лайк, идем дальше. О май гад, это майнкрафтовский снеговик. Я попытался сделать снежного голема в реальной жизни. Блин, было бы прикольно. Вот единственное, чтобы я бы изменил у этого снеговика, сделал бы реально вот ровные блоки. Вот они немножко, так сказать, диагональные получаются у них углы. Но было бы реально прикольно, если бы он был бы состоящий из ровных кубов. А это опять же лайк. Отлично. Круто. Идем дальше. Вау. Metal Heart. То есть металлическое сердце. Вот это арт, друзья. Вот это красиво. Блин, мне очень нравится. А, обратите внимание. То есть это у нас житель с котом, на которого нападают куча мобов. Это у нас всякие досаждатели, это у нас всякие вызыватели, призыватели, всякие пилладжеры. И железный голем защищает. Блин, это реально очень круто. Очень-очень красивый, прикольный арт. Мне нравится. Блин, реально круто. Идем дальше. Что у нас здесь? Я построил Wonky Treehouse. То есть у нас какой-то дом, подвешенный на кривом дереве. Прикольная идея. Только почему в плоском мире? Ну, хотя наверняка его можно с помощью схемы переместить в другой, любой мир. Но это круто. Хорошо, молодец. Красиво постройка. Но хотя это больше подходит для Minecraft Builds, для другого Reddit, на который мы буквально смотрели пару дней назад. Поэтому, да, найс. Идем дальше. О май гад, что здесь происходит? Я попробовал создать ресурс пак, который, возможно, поможет людям, дальтоникам, чтобы они смогли играть в Minecraft и получать удовольствие. Вау, вот это круто. Блин, вот такие люди просто, вот, нужно пожать им руки, то есть я не понимаю, что вот означает каждый из этих слов, к сожалению, возможно, это разные виды, я не знаю, лучше я ничего не буду говорить, друзья, потому что, возможно, я ошибусь, но это очень круто, то есть иду на смотрите, блин, мне даже нравится реально такой ресурс пак, мне нравится, как выглядит, смотрите, это у нас алмаз, это у нас глаз, точнее, даже жемчужный, это реально прикольно, опять же, 800 наград, ну, это заслуженно, чувак реально захотел сделать доброе дело. Мне надоело промазывать моими эндер жемчужинами, так что я сделал датапак, который будет показывать, мы такое уже много раз видели, то есть мы... Погодите, мне кажется, я опять же где-то видел этот видос. Мы его случайно не видели в прошлый раз, когда мы смотрели на этот Reddit? Или я что-то путаю, потому что его вы запостили 19 дней назад? Ну да, мы такое видели, мы на такое делали обзор, есть такие моды, есть такие датапаки, и это прикольно, да. То есть ты можешь видеть, куда полетит твоя эндер-жемчужина, таким образом ты не промажешь. Ну, если у тебя кривые руки, то и так промажешь. Но это хорошо, это лайк, это плюс, но мы идем дальше, потому что мне кажется... Музыка. На всякий случай, я сделал картину... из 1500 стрел командные блоки делаю так, чтобы они не диспавнились, то есть не исчезали. Что, простите, как? Он сделал картину из стрел? Так, стрела летит, попадает и... О май гад! О май гад, ну-ка! То есть он с помощью командных блоков сделал так, чтобы стрелы не исчезали. И это у нас таймлапс картины. Давайте немножко промотаем вперед. Интересно, что за картина пока что. Я вижу кучу стрел. Я продолжаю видеть кучу стрел. Я хочу увидеть финальный результат. Давайте чуть-чуть промотаем. Еще чуть-чуть промотаем. Еще чуть-чуть. Так, что это? Что это такое? Это крылья? Это что? Я не понимаю. Ну-ка. Это Бэтмен! Оу, ё-моё, погодите, это же офигенно, он это вручную сделал, он вручную стрелял стрелами, каждая стрела была выпущена им самим, это же, вау, это очень круто, опять же, супер оригинально, мы уже чего только не видели в Майнкрафте, но вот такого, например, я раньше не видел, это у нас арт с помощью стрел. Который он... Причем прямо видно то, что все эти стрелы летели из одной точки. То есть эти стрелы направлены немножко в ту сторону, эти в ту, эти ровно вверх. То есть он реально стоял на одном месте и тупо стрелял. Окей, это было очень круто. Что у нас здесь? Сиды во всех четырех... он были найдены сиды всех четырех, так сказать, экранов не загрузки, а фоновых экранов, когда вы заходите в Майнкрафт. То есть это у нас версия 1.16 с адом. То есть, линк в комментариях. О, ребят, ну если что, если вам интересно, то заходите на Reddit, ищите этот пост, и вы можете найти сиды каждого этого мира. Найс, то есть на обновление 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, все эти места были найдены. Йоу, как люди заморачиваются, друзья, как люди заморачиваются, это реально очень круто. Комьюнити Майнкрафта офигенно. Идем дальше. Моя комната-склад, то есть мой склад теперь открывается, когда я захожу. А?
Ох ты, как красиво-то. Вот это реально круто. То есть вы можете видеть, он когда заходит, когда выходит, все закрывается. Когда он заходит, все открывается. Давайте посмотрим еще раз. Ну-ка, ну-ка, давай, заходи, чувак. И... Блин, реально здорово. Очень круто. Найс, лайк, идем дальше. Что у нас здесь? С новым го... Погодите, вы видите, опять у меня трясется пост. Вы видите? У меня такое происходило раньше. Ну ладно. С новым го... О, нет. Что здесь произойдет? Ребят, с Новым годом вас еще раз всех. Я вас уже поздравлял, но давайте посмотрим. Но это было выпущено 9 дней назад, как раз таки в Новый год. 2021. Так, хорошо. Хорошо, в чем проблема? О, нет. О, нет, 2020 снова. И все плохо, все загорелось. И да, да, друзья, надеюсь, я очень надеюсь, у всех у нас получится офигенный 2021 год, и все у нас будет хорошо, все будут счастливы, все будут здоровы. И да, друзья, всего вам этого я желаю. Что ж, идем дальше. Minecraft, Mando and Razor Crest. Погодите, а это, наверное, отсылка к какой-то игре или к какому-то фильму. Погодите, что такое Mando and Razor Crest? Кто-то знает, друзья, напишите в комментариях, потому что я без понятия, что это такое. Что это? Ну, выглядит прикольно, да, это мод или... Нет, это не мод, это... Хотя, я не знаю, друзья, ну лайк поставлю, идем дальше, что... Вау! Погодите, я на первый взгляд даже не смог отличить, где реальная жизнь, где Майнкрафт. Майнкрафт сверху, реальная жизнь снизу. Я попытался воссоздать ночное время в моем городе. Нравится ли вам? Да как же нам не понравится, друзья? Йо, это реально очень круто. Только, ну, здание, я так понимаю, он не один в один их строил, то есть они немножко отличаются... Но это выглядит офигеть как круто. Опять же, эти шейдеры, эти неоновые цвета реально выглядят офигеть как круто. Это найс, это найс. А это что за дичь? Аксолоты? Все аксолоты вариации в новом снапшоте. А, ну да. Погодите. Я не очень шарю как раз-таки вот именно в этих мобах. Они реально будут в нескольких цветах? Или это какой-то... Да-да. Нет, походу да, тут написано из нового снапшота. Просто я последний снапшот и не чекал, у меня другие дела есть, но, блин, реально прикольно выглядит. То есть у нас есть большой моб и маленький моб. Прикольно, найс, лайк, идем дальше. Мой друг нарисовал это для меня как подарок на Рождество. О-хо-хо, блин, реально идеально нарисовано. Просто круто, просто круто. Найс, что я могу сказать? Вот такой Буратино у нас здесь нарисован. Блин, я в реальности повесил такую картину в доме, потому что выглядит супер. Идем дальше. Это еще что за усатые картоха? Это что такое? Я не знал, но так как какие-то подозрительные текстуры. Suspicious Stew — это подозрительный суп. Окей. Окей, то есть он превратил подозрительный в суп реально во что-то подозрительное. Это что за усатые... Мистер Миска. Я не знаю даже, как это описать. Ну ладно, окей. Окей, хорошо. Это... Ладно, идем дальше. О боже мой, это что такое? Scarify Comparison Built in Hardcore. А это еще из какого фильма? Это же фильм, да? Я опять не знаю, из какого-то фильма. Было построено в хардкоре. Не, я не верю, что он это в хардкоре построил. Он реально это в хардкоре построил, посмотрите на сердце. Чего? Окей, я всегда удивляюсь, когда люди строят постройки... постройки в сурвайвале, но постройки в хардкоре еще и таких размеров и таких масштабов. Вы что, издеваетесь? Вы как такое делаете, друзья? Алло, это же лайк. Это просто круто, идем дальше, друзья. Так, а здесь у нас улучшение тропинок, сделанные мною. Окей, у нас есть обычная тропинка вот таким образом. Теперь он ее декорировал прикольно, красиво. И это у нас каменная тропинка, которую он проложил вот таким образом. Прикольно, красиво, оригинально, лайк, хорошо, это неплохо, то есть это такой inspiration, так сказать, вдохновление для того, чтобы вы сами могли что-то подобное сделать, если вы хотите как-то декорировать ваше, не знаю, ваше окружение, ваши тропинки и так далее. Одна из моих баз в сурвайвале в месобиоме. Вау, прикольно. Это он сделал это в стиле, знаете, пустынные деревни, только он, так сказать, расставил дом на доме, и получилось как крепость даже, прикольно. Это лайкос, идем дальше. Что здесь-то? Оу. Я приделал колеса моей собаки из Майнкрафта. Ну-ка, погодите. Можно? О, нет, музыка. Так, окей. Просто выгуливает Майнкрафт собаку. Ну, это прикольная идея, хотя я бы с таким не вышел на улицу, бы люди бы... О, нет, песик. Песик, держись. Но... Да, что-то как-то через вот эти вот, так сказать, щели он не очень хорошо проезжает, но... Это прикольно. Да, молодец, предел колеса. Реально теперь может выгуливать свою Майнкрафт-собаку. И... Я поменял модель элитры на драконьи крылья. Чего? О май гад, ну-ка. Он реально сделал... Йоу, он реально сделал...
Прикольно, слушайте. И это еще и ТикТок, друзья, офигеть. То есть, погоди, а что это за программа? Кто-то знает, что это за программа он использует? Кто-нибудь знает, друзья? Погодите, это вообще похоже на какую-то браузерную прогу. Это похоже на реально какой-то браузерный сайт, в котором вы можете редактировать 3D. Вау. Или это не, или все-таки я ошибаюсь. Но, блин, это реально прикольно. Если кто-то знает, что это такая программа или сайт, то обязательно напишите мне в комментариях. И мы идем дальше. Что у нас здесь? Опять же, очередной видос. The Tale of... Рассказ про золотую ферму. Tale — это же типа рассказ, сказка, что-то такое. Про золотую ферму. Пошел не в ту сторону. Похоже, что мои пигли... Моя ферма золотых... Золото, пигли... пиглитов, ферма... Короче, протечка какая-то. И я был АФК. Короче, что происходит? Давай, объясни, ты умер. А, и они вошли внутрь. О, нет. Ну, чувак, ну ты все запарал, походу. Последний раз, когда я это попробовал, они все задиспавнились. Без проблем. Теперь он не заберет даже свои вещи. Да-да-да, все очень плохо. Просто вторжение, друзья, на его базу, на его ферму, потому что он слишком много наспавнил этих пиглинов, и теперь они повсюду, он не может от них избавиться. Он пытается это сделать, он сурвавили, друзья, тут все по-честному. И вы можете видеть, да, то, что у него очень много проблем теперь. Тут еще скелеты какие-то спавнятся золотым мечом. Но, окей, ладно, что я сказал, я не очень сильно понимаю в фермах, друзья, но... Это лайк, наверное, идем дальше. О, арт, друзья. Типичные орудия, сделанные... А, типичное орудие, которое используют обитанты, жители ада. Окей. Это у нас визор меч, у нас тут арбалет, алмазный лук. Золотой. Прикольно, мне нравится интересный арт. Довольно-таки забавно, прикольно. А мы идем дальше. О, боже мой! И что ему подарили? Нравится ли вам Reddit, как я запаковала подарок моему бойфренду, моему парню на Рождество? А что там внутри тогда? Там реально что-то в виде крипера или это просто такой стиль упаковки? Погоди, а это что за дерево такое? Что с этим деревом происходит? Оно что, умирает, что ли? Это что? Какое-то очень грустное дерево стоит в каком-то ведре. Но ладно, нет, подарок завернут прикольно. Нужно пофиксить дерево. Ну, уже поздно, уже прошли праздники, но ладно, это лайк, идем дальше. Очередной видос. Куда ты понес панду? Пожалуйста, оставь ее. Самая первая левитирующая панда — трипл фронт флип. О, нет. Тройной... Погодите. А, музыка! Окей, тройное сальто. Ну-ка, давайте посмотрим. Так, полетело. Раз, два и три. О, нет. Очень грустный конец. Ну, ладно, это прикол. Это прикол, как говорится, но это лайк. Ребят, я не могу. Насколько мне нравится смотреть Reddit. Мы продолжаем. Я не знаю, сколько сегодня у нас будет длиться видос, но я просто обожаю смотреть на Reddit. Если вы все еще не поставили лайк, и это очень плохо, потому что если вы поставите лайк, то поскорее выйдет следующая часть. Хотя нет, не скорее, чем один месяц, потому что мы всегда ждем ровно один месяц, чтобы у нас пополнились все эти посты. Короче, я сделал измерение с моей девушкой, и она мне оставила это. Что это? Так, что она ему оставила? Давайте посмотрим, интрига, друзья. Он спускается вниз и... Что там написано? Mine, safe, honey. Как это мило. То есть, ну, типа, иди, копай осторожно. Я тебя люблю. Она ему оставила кровать, она подготовила ему броньку, дала ему цветочки. Очень мило, друзья, это реально очень мило. Какая хорошая девушка. Это найс. О май гад, это что такое, музяка? Давайте послушаем. Это не Вау, блин, слушайте, а походу... Оригинальный трек, наверное, на этом инструменте и был сыгран. Что это называется? Это калимба, друзья. Калимба, она так и называется? Вау, блин, как же круто, друзья, это офигенно. Вот это талант. Вот это талант, и вообще сами саундтреки из Майнкрафта — это самые атмосферные саундтреки вообще из всех игр, наверное, в мире. Блин, это здорово. Я даже досмотрю до конца, я хочу дослушать. Вау.
Аплодисменты, аплодисменты. Это было шикарно. Это было просто круто. Блин. А, очень атмосферно. Как же я обожаю Майнкрафт. Идем дальше. Что у нас здесь? Я решил добавить из... А, он решил добавить какие-то растения в разные измерения, которые будут расти в своих... Короче, давайте посмотрим. Вы поняли, что он имеет в виду. Короче, здесь мы находимся в краю. И тут какие-то новые растения. Фиолетовые, это что, новые ягоды какие-то? Purple berries, purple berries. То есть какие-то фиолетовые ягоды, которые дают им какой эффект? Свечение? Что ему дали? Я не увидел. Я не понял. Что ему дали? Свечение же, да? Или я не понял. Ладно. Окей. То, что... это эффект, который позволяет смотреть на... Стоп, погодите, вы видели этот переход? Я даже не успел договорить, он тем временем спрыгнул вниз и попал вот. Окей, короче, это будет тот эффект, который позволяет смотреть в лицо эндерменам, и ничего не будет. Так, а здесь, смотрите, огненная какая-то земля, огненная почва, огненная тыква, точнее, это можно назвать ее испепеленной тыквой, или как-то так, murky ground, прикольно. Блин, интересная идея, это датапак или что это, или это мод, выпускай, чувак, это реально очень здоровская идея. Ну а мы идем дальше. Оу, а здесь у нас сделаны рельсы. Если посмотреть издалека, реально похожи на 3D рельсы, но они сделаны в большом масштабе и с помощью наковален и полублоков. Прикольно. Как вам, хороший ли это начало для моих рельс? Или нужно что-то изменить или добавить? Не, прикольно, только, ну, блин, а было бы прикольно, если бы реально вот он бы сделал вот кучу построек в таком масштабе. То есть такие гигантские рельсы, гигантское какое-нибудь здание, только реально в гигантских масштабах. Это было бы реально очень прикольно. Но это лайк, идем дальше. Что у нас здесь? Делаю зеркало... зеркальную комнату в Майнкрафте с RTX. Ага, давайте посмотрим. Погодите, это реально в Майнкрафт RTX? То есть, ну, с помощью NVIDIA, я знаю, что такое существует, я просто никогда не тестил, потому что у меня мой комп не очень хороший, но... Блин, погодите, это же будет бесконечное зеркало, бесконечная комната. Вау! Друзья, погодите. Так, теперь попадает внутрь. Офигеть! Йоу, еще внизу, конечно же, нужно поставить зеркала. Да-да-да-да-да-да-да-да. Вау, друзья, это круто. Это очень круто выглядит. Блин, я хочу такое сделать сам. Блин, это очень круто. Это очень круто. Найс. Идем дальше. Что у нас здесь? Земля, шкала 1 к 1900 тысяч чанков прямо на наших экранах. О, май гад. Это жестко, друзья, это очень круто. Как люди такое делают? Опять же, с помощью какого-то алгоритма генерации автоматической, потому что, ну, вручную, понятно, дело ты не будешь отстраивать 900 тысяч чанков. Ну, давайте будем честны. Но это выглядит очень прикольно. И также тут такая тень падает идеальная, то есть как будто бы... Блин, реально круто, лайк. Так, что у нас здесь? Я сделал эту анимацию One Piece, я так понимаю, One Piece это то самое аниме, которое я не смотрел, но я знаю, что оно существует, используя какие-то клонированные командные блоки. О-оу, музяка, блин, ну как же сложно с копирайтом. Погодите, ё-моё, что здесь происходит? Что? Вау, я понял! Йоу, это офигенно, я понял, я-то думал, а что там за слои, за слои пиксель-артов? Вот что за слои, и... С помощью команды блоков он удалял слой за слоем для того, чтобы сделать анимацию. Вот это круто! Вау, друзья! Блин, сколько раз за сегодняшний выпуск я сказал вау, друзья, ну посмотрите на это! Посмотрите, что люди делают! Опять же, я хочу вам сказать, друзья, то, что вы тоже можете постить свои интересные поделки, скриншоты, все что угодно на этот Reddit. Вы, главное, название на английском напишите, тогда вас увидит прям, ну, реально всемирная публика. Возможно, ваш пост когда-нибудь попадет в мой видос, где я смотрю на самые топовые посты, представьте, и когда-нибудь я увижу пост от подписчика. Хотя вдруг я уже видел, и я об этом не знал. Ну ладно, мы идем дальше. Что у нас здесь? У меня на 90%, я так понимаю, закончена моя... Кьоши Айленд? Что такое Кьоши Айленд? Я не знаю, какой-то остров, но давайте посмотрим. Так, горы, красивая деревня. Ага. Ну, это прикольно. Ну, это красиво. Да. Прикольно. Красиво. Красиво, прикольно. Так, пытаюсь быть продуктивным в моем мире, в моем тестовом мире по какой-то мини-игре. Чего? Чего, кого? Какая мини-игра? Так. Я понял. Это типа нужно пройти всякие ловушки. Точнее, это даже паркур, но с лавой, который исчезает. Так, мне эти звуки уже надоедают, но я понял. Обратите внимание, у него полсердца, то есть он не может зафейлить. Блин, я хочу в такое поиграть. Это же мое любимое, друзья. Это же мое любимое. Найс, получилось.
У него остался последний уровень, я так понимаю. Вот этот, да? А нет, он назад пошел. Блин, прикольно, я хочу эту карту, друзья. Опять же, вдохновление для вас, подписчики. Возможно, вы захотите мне сделать что-то подобное. Потому что было бы реально очень здорово мне поиграть в какие-нибудь такие паркур с новой фишечкой, знаете? Что-нибудь такое... Вот как я недавно делал паркур со стрелами и дождем из стрел, где я установил мод с дождем из стрел и нашел паркур-карту. Вот это совмещение было довольно-таки прикольное. Ладно, идем дальше. Что у нас здесь? У меня есть что-то очень важное, что я хочу сказать. What? Что, простите? Как это работает? Ага, бесконечные переходы, да? Это выглядит прикольно. Так, только как он это... Что он использовал? Тот самый мод, который называется Dimensional Shift. Я не помню, как он называется, но мы на него смотрели. Но мне почему-то это не похоже на тот самый мод. Вы видите, как портал немножко двигается? Почему он так двигается? Это... Возможно, он сам как-то это сделал. Именно поэтому... Без понятия, но... Интересная идея. И он остался на дне. А нет, продолжает спускаться. Пузыря. Так, куда... Ну же. Ага, всплыл, и... Every copy of Minecraft is personalized. Чего? Да это было прикольно. Лайк, конечно же, лайк. Креативненько, замечательно. Я сделал вещь в Minecraft хардкоре. Опять! Ну как люди делают такое в хардкоре? Ну вы что творите? Это же... Сколько работы. Ребят, это Minecraft хардкор. Я просто вам напомню, то что если вы умрете... Вы потеряете этот мир. Ну окей, вы можете летать. Но все, вы больше там ничего не сделаете. И люди делают вот такие постройки в хардкоре. Это нужно иметь реально стальные уши. Понимаете? Окей, идем дальше. Вау! Я хочу такой брелок, друзья. Можно сделать это брелком? Что это такое? Я сделал маленькую печь. В виде... Блин, прикольно. Погодите, это два разных вида, я так понимаю. То есть это без огня или это с огнем? Окей, только, блин, мне было бы прикольно сделать такой брелок на ключи или на куда-нибудь еще. Вау, найс. Красиво. Идем дальше, друзья. Что у нас здесь? Я построил робота. Его имя Рободачи. Рободачи, покажи, на что ты способен. Так, Рободачи встал. Реально компьютер, что-то грузит. О, глаза. Блин, прикольно. Так, ага. Привет. Прикольно. Что он еще может делать? Покажите мне. Я так понимаю, все это сделано с помощью 3D-программы, потому что видно по тому, как он двигается. Это явно не в самом Майнкрафте сделано, но это прикольно. Интересная идея, интересно. Было прикольно сделать там вторую часть про этого рободача, чтобы там, не знаю, придумать ему какую-то историю. И делать вот такие видосы. Это прикольно. Что у нас здесь? Попробуй... Try that again, Тимми. Попробуй это еще раз сделать, Тимми. И я превращу тебя в костную муку. Что здесь происходит? Что он там делает в этом ведре, в этой корзине? Окей, мы поняли. Приколюха, друзья. Должен был показать... Короче, он сделал комнату, где у него без переходов как-то из комнаты в комнату ты попадаешь, я так понимаю. Так, и у него опять же открываются сундуки. Это похоже на то, что мы недавно вот видели. Может быть, это даже от того же самого чувака, который сделал опять же вот этот свой склад таким образом. Прикольно, идем дальше. Оу! Вау! Йоу, это прикольный пиксель-арт, прикольная гифка. Летать запрещено. Летать не включено на этом сервере. Not в скобках. Окей, блин, это прикольный пиксель-арт. Знаете что, можно даже поставить на фон Windows, ну, вашего компьютера. Просто с помощью этой программы можно сделать гифку, чтобы у вас на заднем экране была гифка. И это было бы очень идеально, чтобы на заднем экране у вас всегда был такой Стив, прыгающий на вагонетке. Найс, друзья, идем дальше. Что здесь вот такое? На айфоне чувак играет. Ты можешь поджечь костер самим собой, если ты в огне. Серьезно? Я не знал, как это работает. Так, он потушил костер. Теперь он поджег себя. Угу. Я реально не знал. Серьезно? Окей, походу много людей об этом не знали, потому что 34 тысячи лайков. Если бы про это бы все знали, то наверняка столько лайков бы не было. То есть, возможно, кто-то из вас об этом тоже не знал, а возможно, кто-то из вас знали, я не знаю. Вот, ребят, напишите в комментариях, вы знали про такое или нет, потому что я, например, не знал. Хотя, в принципе, это логично. Ну ладно, идем дальше. Сражение с визором. Оу. Прикольно. Это арбалет. Я сначала думал, такой это дробовик, это арбалет, щит.
Ага, флаг, визор, стрёмный визор, довольно-таки странный. Тут у нас маленькая лавомерка внизу. Прикольный арт, красиво, замечательно. Мы идем дальше. Следующее, это у нас... играю в эту игру на протяжении 8 лет и все еще делаю глупые ошибки, как это. Ну-ка, давайте посмотрим. Ох, как я люблю делать ошибки в Майнкрафте. Так. А, он спрыгнул, потому что там... Тут, по идее, вода должна была быть, да? И он спрыгнул сюда с ботинками с фростволкинг. То есть он заморозил воду прямо перед приземлением. Да, глупая ошибка, но ты выжил, чувак. Благодари свою жизнь, благодари самого себя. Мы идем дальше. Я работал над плагином, но я сделал небольшую ошибку. Окей. Я где-то это уже видел. Я где-то уже видел эту картинку, друзья. Погодите, мне кажется, я эту картинку где-то даже видел. И использовал ее на превьюшке в одном из моих видео. Но это прикольно, это прикольно. Оказывается, она из Reddit, эта картинка. Вот оно что. Из Reddit на самом деле все у нас исходит. Поэтому ладно, идем дальше. Так, это у нас вход в мою базу в моем хардкорном мире. Прикольно. Ну, такая простенькая, но одновременно со вкусом, друзья. Мне нравится вот этот вот круглый вход, такая дверь. И какие-то кнопки. Замечательно, прикольно. Аксолоты будут крутиться на... в кувшинках. Серьезно? Или это баг? Или что? Они серьезно так крутятся? Опять же, друзья, я вам уже говорю, я про последний снапшот не чекаю, про этих аксолотов. Как их вообще правильно называть, друзья? Как вы их называете? Я их называю аксолотами. Ну, потому что они, по идее, так и называют. Аксолотус. Сложное название, друзья. Аксолот и все. До свидания. То есть, ну да. Походу, ну, тогда, когда я у вас спрашиваю, они реально разноцветные. Походу, они реально разноцветные, и это круто. Окей, хорошо, круто. Я не знаю, зачем они это делают. Я вообще не знаю их применение пока что, но я обязательно узнаю, когда выйдет официальная версия 1.17. Я всегда жду официального выхода, потом уже начинаю все познавать. Что вы думаете, ребята? Прикольно. Что-то ресурс-пак какой-то установлен, такой средневековый. Прикольно, мне нравится атмосферненько, атмосферненько. А мы идем дальше. Что у нас здесь? Как я трансформировал каждый... Что? Блок. А, как я трансформировал блок каждого дом из блока в 7 различных способах. 7 различных шагов. Пошагово. Окей. Я уже залипаю, друзья. Я уже не могу. А, сколько много Reddit. Но я не сдаюсь. Мы еще будем смотреть. Так, что мы имеем? Окей, вот у нас обычный блок. Он все тут размерил, все показал. Это вот сюда. И получился вот такой целомбар гигантский, красивый. Круто, 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 круто. Мне нравится, что у нас здесь такое. А это еще что за дичь? Как можно сделать прикольные идеи дизайна, используя рамки под рельсами? О, слушайте, это реальная идея. Это реальная идея. Можно декорировать реально рельсы. Я об этом никогда не думал. Найс, найс, найс. Идем дальше. Я сделал таймлайн всего 2020 года. Надеюсь, вам понравится последняя часть скачивания... В комментах. А, к сожалению, видео слишком длинное, но что за таймлайн? А, окей, окей, окей. То есть, это у нас все вещи, которые произошли в нашем мире. То есть, вы видите, огни в Австралии. Ну, ребят, если что, мне что-то как-то не очень хочется. Это наверняка супер. Да, я знаю, что это супер крутое видео. Чуваку огромный респект, но. Я не хочу. Это немножко грустно, потому что очень много грустных вещей произошло в 2020 году. Я хочу просто это все как бы оставить позади. И начать 21 год прям вот с новыми силами. Поэтому, если вам интересно, обязательно вот Onesie12 запостил эту штуку. Поэтому, если вам интересно, посмотрите обязательно. Ну, 3 минуты тоже слишком долгий видос, поэтому... Окей, идем дальше. Я сделал бус? Погодите, бас? Это же автобус. Это же не автобус, это же... Погодите. А, после того, как я сделал автобус, я также сделал поезд, используя баннеры. Я даже не обратил внимания, что это баннеры, я думаю, это мод. Это офигеть, это же, это реально баннеры. Вы просто посмотрите. Вау, ребята, офигеть. Опять же, лайк за креативность. Супер-супер лайк, это очень-очень круто. Фу, идем дальше. Мой друг дал мне подарок на Рождество, пока я не был, так сказать, в мире. Гифт... Вот тебе гифт в игре, пока настоящий еще не пришел с Рождеством. Я не очень хорош в подарках. Так. Окей. Так. Ну, окей, но... ладно, ладно, ладно. Это очень мило, очень прикольно. Но 31 тысяча лайков, серьезно? Ну, не то чтобы, как бы...
Я не знаю, друзья. Ну, окей, он просто разложил красиво вещи, но я не знаю, заслуживало ли это 31 тысяча лайков. Именно поэтому я вам говорю, друзья, ребят, постите тоже сюда, потому что в любой момент вы окажетесь в топе. 30 тысяч лайков за вот это, поэтому ладно, идем дальше. Вау, ё-моё, еще больше искусства. Последний год, то есть в прошлый год я сделал это для моей какой-то assessment, я так понимаю, какой-то презентации в его школе искусств. И теперь он нам представляет житель с изумрудными сережками. Йоу, это прикольно. Так у меня опять Reddit трясется, вы видите? Он опять у меня вибрирует, но это офигенно, друзья, это офигенная картина, мне очень нравится. Блин, прикольно. Мне нравится то, что здесь используется типа пиксель-арт, который тоже видно под каким-то углом обзора. Короче, это очень прикольно, это реально заслуживает лайка. Здесь что? Я забрался на Эверест, на гору Эверест, которая в один к одной шкале, используя Terra 1-to-1 мод. Заняло это у нас 4 часа. Ага. То есть чуваки залезли на Эверест, который сделан в шкале 1 к 1 с помощью какого-то мода. Окей, хорошо, 4 часа у них заняло, я так понимаю, на стриме. Окей, лайк, чувак, молодец, поднялся. Ох, как хочется кушать-то теперь, посмотрите, какие вкусные. Блин, это прикольно, блин, мне аж есть захотелось. Я еще не завтракал, друзья, я все еще не завтракал. Но, да, прикольные бисквиты, печенька, замечательно. Только мне кажется, они чуть-чуть недожарены. Или, ну реально, не хватает им чуть-чуть еще прожариться, да? Какие вот это слишком бледные. Ну не знаю, возможно, я ошибаюсь. Но мне кажется, чуть-чуть, чтобы они были такие более румяные. Ну да ладно, заговорил тут этот профессионал, печенек. Заговорил тут этот квас, клей, календарь. Идем дальше, моя младшая сестра любит лис. И, да-да-да-да. Да-да-да-да. О, короче, его младшая сестра любит лис, и чувак сделал ей вот такую лису из дерева. Если что, это реальная лиса в реальной жизни. Это реально вот такая скульптурка маленькая. Блин, прикольно. То есть она сделана из дерева, плюс он ее покрасил реально офигенно. Блин, если бы я был маленьким, мне бы мой там, я не знаю, старший брат подарил бы такое. Блин, я бы был просто счастлив, офигеть как. Ладно, окей, идем дальше, что у нас здесь? Кого еще, кого еще это бесит? Что бесит? А, то, что каждым доскам есть какой-то стол, или, например, корзина, бочка и так далее, но вот к этим доскам, погоди, что это за доски? Это у нас доски какого дерева, я забыл? Неважно, друзья, я не супер профессионал в деревьях, но окей, ладно, идем дальше. Что это за дичь такая? Я представляю вам ангела из Библии? Чего? Окей, я не знаю, что это за дичь, но 29 тысяч лайков, допустим, идем дальше. Мой Майнкрафт-город, который я строю, погодите, это тот же самый чувак или нет, потому что, я же вам только что сказал, было бы прикольно, если бы он сделал какой-то город в гигантских масштабах. Стоп, погодите, чего? Я потратил 6 лет? 6,5 лет, я не верю. Погодите. Стоп, друзья, во-первых, это то, что я вам говорил. То есть, видите, гигантские рельсы. И он построил реально гигантский город в гигантских масштабах? Скажите мне, что да. Я даже не знаю, верить или не верить, что он потратил 6,5 лет. О май гад, возможно, я все-таки верю. Ребят, как вы думаете? Это реально 6,5 лет? На Xbox'е. Ребят, у меня аж мурашки по коже, друзья. Это как? Вау, можно чуть промотать вперед, он тут немножко... Видео на самом деле длится 6 минут, блин, давай немножко промотаем, я хочу посмотреть на этот город. Вау, друзья, у меня нет слов. Интересно, он каким-то городом, он реальным городом вдохновлялся или просто из головы строил? Офигеть. Йоу, друзья, ну как? Ну как, и все, даже внутри декорации он построил. Это слишком круто. Чувак, ты заслуживаешь лайка. Мне кажется, ты заслуживаешь больше, чем 29 тысяч лайков, потому что вот здесь у нас вот эта дичь, которая сделана за 5 секунд, и у нас 30 тысяч лайков, а здесь чуть меньше. То есть, алло, ну-ка полайкайте пацана вот этого, потому что он тут 6 лет потратил на вот эту постройку, поэтому... Вау, идем дальше. Я сделал дом для моих друзей. Я сделал дом, который мои друзья никогда не найдут. Возможно, я это слишком Ладно, неважно. О, ну понятное дело, никто это не найдет, чувак. Тут нужно в землю влезть с помощью жемчужины. И плюс тут еще какие-то комбинации нужно. Окей.
Окей, ну, тут ты сам-то свой дом иногда находишь или не находишь, потому что я бы сделал себе такой дом, я бы потом его сам потерял. Окей, ладно. Тут еще лабиринт для того, чтобы попасть. Тут слишком замудренный вход. Друзья бы просто включили бы спектейтер мод или креатив и просто пролетели бы сюда. Опять Эндер Жемчужина попал в кнопку с комнатами, в комнату с кнопками. Да, ну, ты перестарался, мне кажется, чувак реально перестарался. Окей, где твой дом-то в конце концов? Ну-ка, пока... Так, еще куда-то нужно пролезть. Так, где твой дом-то? О! Вау, вот это дом! Тупо кровать, один сундук и верстак. Я не знаю, погодите, я что-то вижу, вы про... Боже мой. Я хочу это развидеть, друзья, мне будет это сниться в кошмарах. Окей, вот это надо найс в Америке, замечательно. Я вижу, это же Мак-Макенштейн, наш любимый, погодите, что он сделал новое. Не спрашивайте меня, как я скомбинировал 6 модов для того, чтобы... Погодите, мы же делали обзор на это, да? Да, мы делали на это обзор Макенштейн, да, он скомбинировал всякие ДНК мобов и сделал разных мобов, которые потом можно тоже совместить и получить супербосса. Мы это видели, друзья, если что, ищите этот видос на моем канале, он где-то там, поэтому ладненько. Я просто хотел поджечь огонь огнем. То есть вот что это за скриншот, друзья? Почему так много лайков-то, друзья? Там чувак 6 лет потратил на постройку, и у него столько же лайков. Ну да ладно. Стоп, нет, я не хочу этому лайк ставить. То есть, ну. Ладно, идем дальше. Что у нас здесь? Дезобьем. То есть разделение двух биомов: мясо и саванна, мясо и обычные. Они отделены вот таким пустынным биомом. Прикольненько. Идем дальше. Это у нас бронька для моего текстурпака. Мне почему-то кажется, что я опять где-то это видел, друзья. 23 дня назад. Мы так-то ради точно не смотрели. Ребят, все, последний пост. Так, что мы имеем? Ребят, нужно закругляться. Я уже не могу. Я сейчас сойду с ума. Прикольный дизайн, идея для окна. Прикольно. Нет, еще один пост. Что здесь? У меня маленький... Момент маленького мозга. То есть что-то тут он затупил. Что-то сделал не так. Я ничего не понял. Идем дальше. Следующий пост. Вау. Красиво. Это рендер. Очень-очень-очень круто. Лайк. Идем дальше. Еще пару постов. Пару постов, друзья. Троу брик. Какой брик? Какой кирпич? Кидающий кирпич. Что? Кирпич. Дальше что? А, можно разбивать стекла? Окей, прикольно. Я где-то тоже такое уже видел. Вау, это же статуя Тони Старка. Не статуя, а его дом или кого-то там. Avengers Tower. А, точно. Прикольно, лайк, замечательно. Вау, тотем из Крипера. Вау. А здесь у нас Never Again. Что-то там произошло. И здесь у нас еще какая-то постройка. А это что? Арт прикольный. Посмотрите, там маленький Стив падает через какую-то... А, пустоту, точно. Пустоту в крае. Ну и последний пост. До и после. Что изменилось? А, нитки стали нитками. Слеза стала слезой в бутылке. Стержень Блейза не так уж изменился, слайм растекся. А это у нас мембрана фантома. Мне вот такая больше нравится. Поэтому, друзья. Все. Я думаю, на сегодня я больше не могу. Мы посмотрели на гигантское количество постов в этом Reddit. Это очень-очень круто. Это очень-очень здорово. Я очень надеюсь, что вы поддержите вашим пальцем вверх этот видос. Я реально устал говорить. У меня болит рот, и у меня болит все, поэтому я пойду отдыхать. О, прикольная штука. Поэтому я очень надеюсь, что вы поддержите вашим пальцем вверх этот видос. Обязательно оставляйте комментосы, подписывайтесь на канал, жмите на колокольцы. Вау. Чтобы не пропускать новые видосы, с вами был Кекс. Всем пока.